Авария на железнодорожном переезде в Днепре. Там не разминулись грузовой поезд и трамвай, заполненные пассажирами. Погиб один человек. Почему произошло столкновение, расскажет Елена Миндалюк. Авария произошла около 6 часов утра. Трамвай следовал по своему маршруту по одной колее. Поезд по другой заезжал на предприятие. Столкнулись они в месте пересечения железнодорожных путей. Регулировщица ЖД переезда в шоковом состоянии едва разговаривает с журналистами. Сильно. Я думала, не сильно. Неподалеку от грузового переезда находился экспедитор. Он погиб на месте. Пассажиры трамвая, в салоне находились 30 человек, не пострадали. Мог выжить и железнодорожник, если бы не нарушил инструкции, говорит его начальник. Сотрудник приемоздатчик грузов находился на первой площадке по ходу движения вместе с составителем поездов. Согласно инструкции, он не должен там находиться. Он должен после приемки груза, то есть он посмотрел вагоны на станции, он должен по инструкции сесть в тепловоз и ехать на тепловозе. В аварии железнодорожники обвинили водителя трамвая. Говорят, поезд двигался задним ходом в сторону Ричпорта, а трамвай после высадки пассажиров на остановке тронулся на запрещающий сигнал светофора. Закрыла шлагбаумы, которые дублируют работу светофоров, и вышла на пригорах с флажком для того, чтобы дублировать работу и смотреть, что трамвай. Вагоны поехали, и водитель трамвая почему-то решила вдруг перед вагонами проехать. У водителя трамвая в результате аварии разбита голова. От госпитализации женщина отказалась. Правил движения не нарушала. Пересказывает нам ее версию произошедшего руководитель. Сразу подчеркивая, у подопечной 40-летний стаж вождения трамвая. Она поясняет то, что сигнал был зеленого цвета. Да, пока так, предварительно. Поэтому полиция ведет расследование данного факта. Однако, по предварительным данным, водитель трамвая все же двигалась на красный свет светофора. Если ее вина будет доказана в суде, женщина грозит до 6 месяцев лишения свободы. Елена Медрюк, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепр.